Здравствуйте, хотелось бы сказать несколько слов о поэте Александре Спарбере. Время от времени я имею удовольствие слушать его стихи в исполнении автора, и каждый раз это удивительное, завораживающее действо с повторяющимися словами, звукописью стиха, к тому же Александр прекрасный чтец, и это производит даже некое гипнотическое впечатление, такое вхождение в транс. И еще хотелось бы упомянуть об аллегоричности поэзии Александра, но аллегоричности не такой простой, прямой, басенной, а аллегоричности глубокого философского стиха. Я уважаю Александра как поэта маститого, это, пожалуй, единственный поэт из четвертьфиналистов, которому я бы применила такой термин, то есть поэт состоявшийся, и я ему желаю, безусловно, победы.